Давайте начнем. У нас не так много времени. Эпизод первый. Табачная фабрика. Я догоню, ладно? Да не шебуршись ты, Серега. Отдай нашим шалавам, они ж тебе в момент пришьют. Дай руду ходить дольше. Там по шву разошлось, сквозняки гуляют. Зашьешь, а? Чего встали крысы? А ну, проходи давай! Молчать, крысы! Зашьешь? Минута обоздания, сутки карцера! Прощай, любимый мой! Да. Ее волосы еще долго пахли табаком. Этот запах въедался насмерть. Перевели туда на повышение. Я уже купил сержантские погоны. Примерил их перед зеркалом. Я был хорошим ментом, доктор, честное слово. Исполнителем, трезвым. Я был правильным винтиком в этой машине. Это вам. Я не курю. Еще оторва. А почему Кармен? Она ж светлая. Да говорят, гадает, как цыганка. Судьбу предсказывает один в один. Ты вот у нее спроси, когда сержантские лычки получишь. Слушай, Серега, а у тебя дивка есть? А? Че, серьезно, нету? Ну так выбирай любую. Знаешь комнату отдыха?
Берешь с конвейера, туда ее и вперед. Только тут строго. Если с одной начал, то пока она не освободится, с другой нельзя. Иначе у них такие разборки пойдут. Да брось ты. Да не, серьезно говорю, любую. Вон ту только не трожь, та Витькина. Давно. А вон, видишь, пошла. Вот это моя крыса, видал? Ох, крыса. Двойное убийство отсидела. А вон новенькая, новенькая. Ее недавно привезли. Глянь, может, дай на обложку просто, а? Ну-ка, пить сюда. Тебе говорю. Слышь, не надо, а? Ну что, нравится? Я же сказал, не надо. Да ты чего? За пока же денег не беру. Ты только сам не подставляйся. Им только боба дай. Так они тебе весь мозжечок повыгрызут, крысы. Наверняка тебе уже кликуху придумали. Типа швея-моталистка. Ставь себя сразу. Ты начальник, они говно. Приказал, они тебе юбкой все ботинки отполируют. А вообще, если честно, не служба, курорт. Бесплатная путевка тебе. В том корпусе тренажеры, сауна, происшествий никаких. Они ж свое отсидели уже. А за малейшую провинность стукнешь обратно на зону, и кто ж ты хочет? Сигареты вот только дырят, а? На выходе шмонаешь у каждой. Так куда только не засуну. К преступникам я не чувствовал ни жалости, ни зла. Я даже не пытался понять, почему мы оказались по разные стороны. Каждый сам выбирает свою жизнь, доктор. Господа гусары, прошу любить и жаловать, товарищ Серега. О, пиво. Слухай, ты, я вам тут сейчас анекдот расскажу. Звонит генерал-полковник, генерал-майор и говорит: слухай, майор. Только она не выходила у меня из головы. Торчала, как заноза. Хотелось увидеть ее среди этих потных баб без лица и имени. Увидеть, успокоиться и забыться. Я ее увидел. У меня диван надо в комнате правильно переставить. Металл, да? Мать, рот! Смотри. Скорую, быстро! Кто? Ты играла с дерьмой. Ты мне пятерик мотать будешь. Да. У меня карта другая, говорит. Я тебе твою судьбу без всяких гаданий скажу. Ты у меня на зоне сгниешь. Я тебе обещаю. Веди ее в отделение. Машину надо вызывать. Чести много. Для одной крысы машина гоняет. Калюжную вон возьми. Есть. Вперед. Пока, девчонки! Не скучайте за мной, и я по вам не буду!
Серега, я на минутку. Давай, мать. Быстро пивка. Дай-ка мне пяточек пирожочков. Милый, ты же тоже детдомовский, верно? Я же знаю. Мы же все для них на одно лицо чужие. Ты же знаешь, как это бывает. Ни дома, ни работы. Выкинули на улицу, никому не нужна. Юбку вниз тянешь, чтобы дыр на чулках не видно было. Только в порт под матросов ложиться, чтобы накормили. Я всего-то куртку взяла. Осень, дождь льет. В магазин надела и пошла. Мне 2 года дали. Ты же знаешь, они нас вообще за людей не считают. А эта сука двустволка, ты знаешь, что от меня хотела. Она же с вашим лейтенантом спит. Ей же все позволено, тварь такая. Или я сделаю так, как она хочет, или она сделает так, что меня обратно на зону. А я не могу туда, понимаешь, милый. Я не вернусь туда. Ты понял? Я не выживу там. Не знаю, что со мной случилось, доктор. Что-то заклинило у меня в голове. Вот так человек сходит с тротуара прямо под колеса, хотя видит перед собой машину. Единственное, что я отчетливо понимал тогда, что доведу ее до отделения и не увижу больше никогда. Мил, я тебя толкну не сильно, ты только упади. Эта корявая мне догонит, хорошо? Хорошо? Куда ты пойдешь, все равно поймают, хуже будет. Вот там, видишь, переулок. Я там проходной двор знаю. Не могу. Не можешь, тогда стреляй. Все лучше будет. Я же сказал нет. Спасибо, милый, спасибо. Я тебя обязательно найду. Я долги не забываю. Себя, доктор, за эту минутную слабость. Все то, чего я с таким трудом добивался, было с легкостью перечеркнуто. А вот Калюжный в рапорте написал, что ты с ней шептался всю дорогу. Ты перед тем, как шептаться, в дело бы ее заглянул. Там уголовный кодекс изучать можно. Мошенничество, разбой, шантаж. 3 года в розыске. Я не знаю, чем она там в суде разжалобила. Но только дали ей 3 года за кражу куртки в магазине. Курточка, правда, не слабая, норковая. А ты, Никитин, и эти лычки снимешь. Походишь с голыми погонами, потопчешься на земле под дождичком. Может, и поумнеешь. Оставив службу, я наматывал круги по городу. В надежде встретить ее из-за улицы, отволочь в отделение. Я снова стал образцовым ментом, доктор. Носом рыл землю, чтобы замолить грехи. Здравствуй, милый. Ты уже рядовой? Я не виновата, милый, я этого не хотела. За мной долг, я помню. Когда тебя сменят? Хотя я все равно раньше освобожусь. Запомни, Донская 16. Какой ты сильный, милый. Я снова был под гипнозом. Я считал минуты, доктор, до встречи с ней, хотя был полностью уверен, что она опять обманет.
Я был готов разорвать любого, кто приблизится к ней хотя бы на метр. Эй, не забудь, Донская, 16. Командир, девка здесь не пробегала? Черная такая, юбка кожаная. Не видел. Ну, блин, а ты-то что здесь, урод, глаза мозолишь? Сука! Убью, тварь, найду, убью бы! Да? Хотя мне странно, что невеста совсем не стремится ускорить день своей свадьбы. Вспомни хотя бы Магдалену. Она просто с ума сходила. Какая странная вещь жизнь. И раньше, и сейчас. Привет. Привет. Ой, здрасте. Господь все расставит. Здрасте. Опять дверь не заперла, вот тебе и здрасте. Ночь на дворе, а им не имется. Че надо? А Кармен здесь живет? Кармен? Какой Кармен? Никакой Кармен здесь не живет. Подождите, а какой это адрес? Донская, 16. Донская. У тебя ордер есть? Я спрашиваю, ордер есть? Да. Вы меня неправильно поняли. Нет ордера, нечего сюда ходить. Слоняются тут всякие. Доротея, это же мой милый. Разве ты не видишь? Милый. А я думала, мент. Заходи. Переоденься. Эту поганую форму видеть уже не могу. Значит, ты говоришь, дырки на чулках. Курточку от дождя взяла. Ну, жалко же. Такая курточка была. Я как ее увидела, померила. А снять уже не смогла. Слушай, а ты вообще когда-нибудь правду говоришь? Конечно, иногда. Разве я тебя сегодня обманула? А, кстати, как ты ушла? Там же мы сегодня пить будем, или ты меня допрашивать будешь всю ночь, а? Сама виновата в своих проблемах. Я только хотела, чтобы ты был в курсе. В конце концов, сегодня много детей растет без отца. Никто даже не заметит. Мне нужно время. Спасибо, милый. Я не понимаю, ты что, издеваешься надо мной, что ли? Обиделся. Прости меня, пожалуйста. Слушай, я тебя тогда не сильно ударила? Милый, я не хотела. Нормально. Все в порядке? А ты проверял?
Куда? Ночь же. На службу. Зачем? Ты знаешь, есть такое слово «долг»? Знаю. Долги надо отдавать. Только я не понимаю, кому и за что ты задолжал. Все люди должны только себе. Должны быть счастливыми, но почему-то не могут. Ты еще здесь? Давай-давай, вали в свою казарму, господин рядовой. Дай-ка часы. Все, времени больше нет. Не надо. Послушай, милый, я с тобой расплатилась. Больше я тебе ничего не должна. А что случилось? Ничего, уходи. Когда мы с тобой увидимся? Надеюсь, что никогда. Почему? Собака с волком не живет. В конце концов, я приведу тебя в казенный дом, только по другую сторону решетки. Мне карты так сказали. Уходи. Неужели ты действительно веришь в эту чушь? Уходи. Я шел и думал, что же со мной случилось? Я отпустил преступницу, которая на моих глазах чуть не убила человека. А потом я лежал с ней в одной постели, когда мои товарищи искали ее по всему свету. Доктор, я понимал, что схожу с ума. Интересно. Почему вы все время называете меня доктором? У меня ведь совсем другая профессия. Вы похожи на доктора. Да ладно. Сидит доктор в крахмальном халатике, что-то пишет там себе на бумажке, рядом с безнадежно больным. Думает про вчерашний футбол и уверен, что сам никогда не попадет в такую ситуацию, никогда не будет лежать в вонючей кровати и корчиться и орать от боли. А я не думаю, что когда-нибудь окажусь на вашем месте. Да не зарекайтесь, доктор. Это ж как стихийное бедствие. Камень, когда летит с неба, он же не убирает, на чью голову упадет. Продолжайте.
Что, сука, побегать захотелось, да? Опять ты, милый, пусти. Так коленом ударило сильно, из-за тебя ты месяц джинсы порвал, на тебя барахлами напасёшься. Ты что здесь делаешь, а? Почему ты не вернулся? Я ждала, как последняя дура. Я же не могу у тебя появляться, ты об этом не подумал? Я не знаю, что со мной тогда случилось, я потом весь день ревела. Ну, хватит, я сказал, ты что здесь делаешь, а? Мне одну вещь надо собрать. Понимаешь, я тут боюсь одна, ты меня проводишь? Так, мастер, ну ж, иди-ка домой отсюда, а? Ты в курсе, что порт особен? Груз нашли? Нет, привыси будут брать. Милый, я не могу так уйти. Я потом за этот груз буду весь всю жизнь расплачиваться, понимаешь? Да нет, не понимаю, понимать не хочу. Ты понимаешь? Да тебе не надо ничего делать. Ты только отвернись, а мы туда и обратно. А потом сразу ко мне. Ну, не надо. Я вашего старшего знаю, дебил краснорожий. Я его завтра в городе в 6 секунд сниму. Он по бабам большой специи, лавэ любит. Ему у меня понравится. Ну ладно, пока. Стой. Что? Сдать меня хочешь? Ну давай, обратно свои лычки получишь. Обещаю, что последний раз. Да не надо мне ничего от тебя. Подожди. Отвяжись. Проехать только здесь можно. Там кругом посты вас ждать будут. Ладно, на. Тишина пока. Милый, как дела? Все тихо. Приходи завтра в 3. Пока. Когда? В 3. У тебя полчаса. Ровно столько, сколько я тебя вчера уговаривала. Ну давай, время пошло. Thank you.
Я испугалась, что ты уже не вернешься. Никогда не заставляй меня унижаться, прошу тебя. Я прожил у нее неделю. Господи, как она радовалась, когда я возвращался вечером. Спал я не больше 2 часов. Потом отправлялся на службу. Начальник подозрительно принюхивался ко мне, не понимая, почему меня качает. Я ходил как лунатик. Засыпал в машине, в дежурке или просто привалившись к стене в каком-нибудь подъезде. Я сейчас вспоминаю все это как один счастливый сон. Потом она исчезла. Доротей сказал мне, что она уехала. А я все равно приходил. Каждый день. Явилась. Лица кинул. Иди сюда. Ну где ты там? Давай, дверь закрывай. Сейчас я тебе покажу Доротею. Сложный человек. Кому кто женится, просто свалить на себя все мои проблемы. Кто женится? Я женюсь на тебе. Я как-то не ожидала тебя увидеть. Сегодня. Я тебе потом все объясню, хорошо? А что ты мне хочешь объяснить? Я же не слепой, я же вижу все. Завтра. Мы встретимся завтра и спокойно поговорим. А может, мне еще и в очередь записаться? Тихо, тихо, командир, ну что ты? Давай, сейчас сядь, выясним, а. А тебя, парень, я спрашиваю самым последним. Да. Эй, ты что себе позволяешь, а? Мое барахло ему как? Не жмет в пору, а? Хватит! Ух ты, крутой! Скотос! Ты же с ума сошла? А здесь у вас что, обязательная программа? Что здесь происходит, а? Слышь, командир, да ладно тебе, успокойся. Слышь, мужик, ты че? О, вы что? Перестань! Вы что делаете, а? Тихоны, а? Хватит! Не надо! Ой! Тихо, я говорю! Что ты делаешь? Перестаньте! Перестаньте! Пусти его! Тихо, тихо, тихо! Мамуся, тихо! Хватит! Хватит, я сказала! Ой! Не надо! Не надо! Ой, мама! Ой, мама! О, Господи! О, Господи! Молчи! Дурак, я его целый месяц раскручивала. Ай, подай. Все, кончилась твоя служба.
Почему ты молчишь? Мужик ты или нет, в конце концов? Почему ты молчишь? Милый. Невозможно всех к черту, мне такой успех улыбайся только своим. Ой, красавица! Риба, иди сюда! Мимо ехать, или по делам? Да, какие дела, Николай, тебя навестить. Ну так, заодно машину надо на него оформить. И паспорта уже заодно сделаем, да? Сделаем, это Сергей. Ну, чавалы, да хрень! Николай, Сергей. Вижу, вижу. Эй, пузга, перечен! Она поражала меня, доктор. Она могла не спать трое суток и смеяться, видя, как другие валятся с ног. Не было такого дела, в котором бы она не разбиралась. Отправила судовождение до парижских мод. С татарами она говорила по-татарски, с цыганами по-цыгански, с грузинами по-грузински. А главное, мне казалось, что она знает всех. И все знали, любили ее. Доктор, это отравляло мою жизнь. За каждым ее прежним знакомым я видел какие-то прежние отношения. В каждой фразе я видел какой-то другой смысл. Я был бы счастлив с ней только на необитаемом острове. Наркер несу. Гаджош умел. Несу. Никара наполел. На будка манго и ловыба, а? Кице. Штуку зеленых. О, барошеро. Обхняешься. Ты 40 раз манго задяка. Ладно. Давай любую половину. Ну? А? Марваста? Марваста? Говорили. Как же я тебе могу отказать? Цыганская твоя душа. Оставайся у меня. Сколько раз тебе говорил? Ты задумался над песней. Чудость моря.
познакомил меня с двумя странными типами и уехала. Я провел с ними 2 недели в ожидании, когда она вернется. Но мне, пожалуй, больше нечего было ждать. Кармен, видать. Ой, Венер. Вот, смотри. Мне в карты везет. В любви везет. Ну, а тебе бы хоть в чем повезло. На свет родился. И то татарин. Шайтан! Давай, да, опять да, смахивал, да? Ну, зараза! Смотри, да, смотри, да, смотри. Да, дай сюда. Дай. Бабло гони! Подавись. Эй! Сука! Мне брюхо! Эй, держи меня! Мне сегодня опять повезет. Не дури. Да ладно, не волнуйся, все будет хорошо. Выпьем, посидим, покурим. Девушка! 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 Барышня! Я хотел с вами познакомиться. Извините, что не вовремя. Венер! Дружище! Эй, смотри, какая девушка у нас! Красавица! Умница! Да и я не плохой! Посмотри на меня! Господи, дружище! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Куда, куда? Нет, все попало! Эй! Оставь ее! Дурак! Спаси меня, мой рыцарь! Банда придурков! Щеглы, я тебе сказала сидеть и не высовываться, а ты маячишь, как павиан красной жопой, за километр видно! Венер, понятно, у него в штанах жмет, а ты куда? Женского тепла захотелось, что ли? Будут деньги, снимите, блядей. Собирайтесь, поехали. Дай мне жилет. Дай жилет сюда, я прошу тебя, нет. Ты что? Ты что, меня прикалываешь? Я плавать не умею. Дай жилет. Ты не бойся, плавать не придется. Если что, тебе помог, что долго не мучился. Дай мне жилет. Прошу тебя, дай жилет. Дай его сюда, дай. Я сейчас кончусь. На, а то штаны наложишь раньше времени. Спасибо. Пиратка. Хрен. Хотелось бы. Грузим! Побежали, 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 желудки! Эй! Работай, не спи, ребята, проход-то мне, не потопите! Раз, два! Давай! Три! Давай, давай! Четыре! Пять, шесть! Давай, 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 давай! Ты что делаешь? Ты что делаешь? Что ж вы делаете-то, чай? Пора! Сами утопите, и груз утопите! Давай! Да не, меня держи! Меня!
слышь? Где ты, слышь, команду такую? Давай, давай с нами! Чего? Отходим! Кому? Эй, начальничек! Адару передай! Завтра 8 на базе! И пусть с деньгами не опаздывает! Обижаешь, командир! Адар человек слова! А кто такой Адар? Понятия не имею. Вам лучше с ним не встречаться. Вот, кажется, и он. Груз прикрой! Посмотри туда. Быстрее давайте! Быстрее! Укачало, что ли? Ты чё не видишь, я принимаю! Пошёл ты! Обалдели, что ли? Венер, быстрее! Помоги мне! Взял, понес мешки! Взял, говорю! Быстрее, тебе. Уходим! Придурки! Давайте быстрее! Спасибо, Налим Карпович. Ты лодку пока спрячь, ладно? Мало ли чего. Угу. Пока. Слушай, милый, ну что у нас сегодня так? Сначала девушку танцуешь, потом их гуляешь, потом сказки рассказываешь. Ну давай, ну не спи, не спи. Чего ты 200 верст осталось? Хочешь? Ну да. Жизнь, да? Ничего. Попробуешь и горькую. Я не знаю, любил ли я ее, доктор. Наверное, это не любовь. Это что-то другое. Что-то более сильное, мучительное. Любить в разлуке, любить безответно. А я хотел владеть этой женщиной. Я хотел владеть ее каждую секунду, каждой клеточкой ее тела.
ее прошлым и будущим. Вам помочь? Я позову, когда нужно будет. Фу. Уже нет. Чего? Той курточки. Вот эта сука, которая там стоит, вот она тогда подняла крик. А этот ублюдок за ней, он вызвал ментов. Ты что, с ума сошла, что ли? Ну что, мне идет? На. Девушка, будьте добры. Смотри, пожалуйста. А ты что такая веселая? Нет? Нет. Нет. А вот это? Зачем? Ну, купить же можно было. Дело принципа. Ну? Ну, давай! Кармен вытащил Кривого из тюрьмы! Да ты что? Баба! Вот баба! Мужик! Серега! Серега! Я! А кто это? Муж ее! Не болтай, щегол! Разве она замужем? Отвали! А ты не знал? По одному делу шли! Инженер! Он на суде, все на себя взял! Она туда ездила, главврача... Без разницы было! Он же мог! Он же мог всех сдать и за собой ее утащить. Да для него а так, слышишь, Серега, Кармен, чисто из воды вышло. Лишь бы думал, а он за это дело 15 лет сорочек. Тупой, как винер. Еще а винер, как ты, тупой. Кончай ты. Да молчи, молчи. Короче, тут врача меняют. Нового Кармен в 6 секунд раскрутила. Короче, больничку Кривому организовала. А из больнички он дернулся, как нечего делать. Ты соображаешь, что ли, совсем? Тупой. Да сам ты винер. А почему Кривой? У него что, с глазом проблема? Да нет, он здесь Кривой. Да-да, Кривой. Ёк-макарь. Здорово, щегол. Вот ты прикинулся. Вот ты даешь. Вот ты даешь. Кривой. Все растешь. Лучше б мясо качал. Кривой! Кривой вернулся! Да, и засиделся. Борода. Развели грязюку. Сейчас, я приберусь. Быстро. Слышал, слышал. Молодец.
тебе воняет ими. Воняет ими всеми. Все. Теперь ты можешь меня послушать. Я должна была это сделать, понимаешь? Я должна была его вытащить оттуда любой ценой. Я не могла быть счастлива с тобой вот так вот, за его счет. Я не могла. Я не могу по-другому, милый. Долги надо отдавать. Ты его любишь? Нет. Нет. Когда ты любила очень сильно, с ума сходила. А теперь нет. Слушай, давай уедем. Прямо сейчас. Не мучи меня, милый. Пожалуйста. Я прошу тебя, не мучи меня. Я сама не знаю, что будет дальше. Ничего не понимаю. Я только прошу тебя, не уезжай, пожалуйста. Я не хочу тебя потерять. Слушай, сон сегодня приснился. Ты в снах что-нибудь понимаешь? Едут. Ну, там, что к чему снится. Кровь к деньгам, покойник, удачи. Главное, в детстве уже видел его. Так. Поехали. Стой на берегу, и тишина вокруг какая-то такая тревожная. Тут полоса на горизонте темная появляется. Все ближе, ближе. Реально понимаю, что цунами идет. Представляешь, первый день на воле, такое снится. К чему бы это? Не знаю. Ну да. Откуда тебе знать, менты народ реальный. Снов не видят, по уставу не положено. Значит, предложение такое. Вначале легкий ужин, потом прогулка вдоль вечернего моря. Я знаю потрясающую бухту с роскошными кипарисами. Значит, договорились? В 9 часов вечера у ротонды. Конечно. С вами так интересно. Вы это маленький. После ночи с кармана не такое приснится. Ладно, брось. Свои люди. Да не волнуйся ты, я не ревнивый. Кармен ревновать себе дороже. Что ж ты такой нервный? Давай, дави на газ, не отставай. Да, я могу почитать вам Рэмбо. Или вы предпочитаете русскую поэзию, скажем, Есенина. Или, может быть, Лермонтов. Такие места, как вы считаете? Трудно с тобой. Шуток не понимаешь. А я парень простой, веселый. Я заметил. Море, солнце. Я там вижу. Твою мать, козел! Ну куда ж ты едешь? Дверь открой. Мы рады приветствовать вас на Крымском побережье. Визиточку, давай, давай. Колечко снимай. Сидеть. Посмотрите за окно. Какой пейзаж. Так что спокойно и легко освобождаемся от ненужного балласта. Начинаем с вас. Тихо. Сумку поворачивай. Зря стараешься, подруга, я еще пустая. Ладно, тебе о, кто ж так прячется, милочка, а? Тень, а это чье? Треба, 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 сейчас ушами оторву. Давай, 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 давай! Прием. Татарин, это ты? Прием. Скажи чуть по-татарски, а то я тебя не узнаю. Ты что там делаешь? Нет, я ничего. У меня жена беременная. Ну, что ж ты, мой хороший? 9-1-1. Тебя забудешь, как же. Ваши деньги теперь! По ум поели сегодня! Быстрее, быстрее, быстрее! Менты! Слышь, Серега, давай!
Тихо, поворачивай руки, Бэн! Спокойно. Тормози! Ты понимаешь, все? Все, все, Серега, Господи, тормози, я так не уйдем. Господи! Тормози, я тебе говорю. Лади сигнал! Сзади ход, давай! Тормози! Все, уходим! Ну что, что? Сможешь, сможешь, сможешь. Эх, ну что ж ты? Посмотри туда. Ох, смотри. Твою мать, Кривой, ты что творишь, сука? Твою мать! С ним бы не ушли. Чего случится, пристрелишь меня? Или я тебя? Три дня мы прятались в горах. Мы здорово достали ментов, они взялись за нас всерьез. Днем над горами кружил вертолет, поэтому мы шли по ночам. Спали в пещерах, обнявшись, чтобы не замерзнуть. Кривой, я, а между нами наша женщина. У нас была полная сумка денег. Мы умирали от голода. Вот, доктор, настоящая цена денег. Потом она уехала в город. Оттуда сообщила, что намечается крупное дело. Ей нужен помощник. Криво там хорошо знали, Венер не годился для такой тонкой работы. Пейте апельсиновый сок! Самый полезный сок в мире! Я ничего не имел против. Ну, подходите, покупайте. Я приехал, устроился на подземную работу и стал ждать. Эй, апельсин! Апельсинчик! Апельсин! Да, да! Давай, поднимайся! Да! You, come, come up. You, come up. Улыбайся, милый, улыбайся. Этот парень ни черта не понимает по-русски. Да, русский нет. Очень важно. Вижу, ты здесь хорошо устроилась. Я рад за тебя. Милый, я делаю здесь наши дела. У этого парня столько денег, что нули не сосчитаешь. У него 3 завода по Крыму и 100 по всему свету. Он у меня в руках, как птенчик. Ты с ним спишь? Господи, я люблю тебя. Неужели тебе этого мало? Давай не будем выяснять отношения. What? Дурак. What? Give him a drink. Чё? Водка. Окей. Я не хочу водки. Хочешь? Какая водка? Эй, хочешь? Как тебя там? Ну-ну-ну-ну-ну. Хорошо. Биглаз. Чуть-чуть. Я сказала ему, что по нашему обычаю он должен предложить тебе водки. Да что он делает? Смотри, сколько он наливает. Мне надо 2 пальца только. Bottoms up. Пей, не позорь нацию. Nearly time. Все, милый, все, концерт окончен. Нам пора ехать в ресторан. Извини, но мы с тобой тебя взять не можем, потому что ты не влезешь в машину. Завтра, когда они уедут, сними свой дурацкий балахон и приходи ко мне. Пока! Пока.
Сеньор Апельсин, проходите, прошу вас. Милый, я так соскучилась. Пойдем, я покажу тебе, как живут белые люди. Иди, 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 иди. Это спальня. Вот. Ты еще не был в таких дворцах, а? Обойдусь без экскурсии. Это не экскурсия. Я просто хочу, чтобы ты на всякий случай запомнил расположение комнат. Это гостиная. Здесь ты уже был. Хочешь текилу, Бум? Нет, давай по делу. Ну, прости, милый. Я же не наряжала тебя в этот костюм, а? Я просто просила тебя найти работу на этой улице. Я же не виновата, что ты не нашел другую. Хотя тогда же лучше. Тысячи людей прошли мимо тебя, и каждый запомнил твой костюм. Но ни один не помнит твоего лица. А потом тебе так идет, в тебе погиб великий актер. Ну ладно, все-все-все. Только наши дела. Пойдем. Сними куртку, тепло. Пойдем. Вот эти окна выходят на другую сторону в переулок. А вот это смотри. Смотри. Здесь две камеры. Одна выходит на улицу, вторая выходит на площадку. Извини, запись я отключила. Твой портрет не останется в веках. Это комната для прислуги. Вон там черный ход. Здесь где-то должен быть ключик. Он, наверное, считает меня русской матрешкой с деревянной головой. А я просто передвинула зеркало и узнала код. Слушай, я залезла в его компьютер, там кругом одна защита, куда не сунься. Но, насколько я знаю, на следующей неделе он должен получить большие деньги налом. 1200-250. Я когда точно узнаю, то дам знать. А ты пока уж поработай апельсинчиком. Посмотри, может, я чего изнутри не вижу, а? Может, там какое-нибудь наружное наблюдение, менты или бандиты пасут? Черт, где же ключик, а? Кривому передай. Машина мне не нужна. Он мне Мазду подарил. Хотя мог бы на Хонду разориться. О. А? Милый, а как же наши дела? Что поделать? Кому-то в карты везет, кому-то в любви. Играем? Эх, пас. Молодец, Венер. А то твои татарчата вообще без штанов останутся. Играем. Себе. 20. Не грусти, не в деньгах счастье. Кармен утешит. Ни ты первый, ни ты последний. Сыграем.
Давай. Еще. Еще. Себе. 6, 12, 18. Очко. Что-то знакомое? Ну надо же. Что она скажет? Да ладно, не нервничай. Это все равно должно было случиться. Теперь она только моя. Я люблю ее. Думаешь, никто не знает? Все слепые, да? Как я ненавижу эту любовь. Это идиотское чувство. Нет у вас никакой любви. Просто в голове плохо. А у тебя, у нее, у него. Слушай, Венера, ты хороший человек. Можешь взять свою долю и уйти. А можешь остаться. Она придет, и будут легкие деньги. Когда она приехала, я просто подошел к ней и сказал, что Кривого больше нет. Что теперь она моя жена, и мы всегда будем вместе. Тебе его жалко? Мне не его жалко, мне тебя жалко. Ты дурак. Ты уже дважды убил, найдется третий, кто убьет тебя. Thank you.
Не бегай, не стреляй. Приди и возьми. Зашибись. Как же я не догадалась, а? Ну, скотина. Гады! Паразиты! Сволочи! Суки! Сюда! Черный ход! Быстрее, быстрее, быстрее! Сейчас. Серега, а где выход-то? Я не понял. Серега, что это? Опять прилетели! Я разрушу эту стену! Суки! Суки! Сюда! Разобьешься! Давай, давай! Суку, давай! Thank you.
мешай мне. Сейчас умереть. Ты слышишь меня? Ты слышишь меня? Ты не должен умереть сейчас! Ты слышишь меня? Кельда Юран. Йох, йох. Наджи. Хош, Кельден Кармен. Наджи. Вайалла. 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 Вайалла, Венерджанам. Вайалла. Адамлар ярдым етіңіз. Ой, Аллам, мен ержаным, сені яптым да не яптым. Руслан, тез-тез су кетір. Ярдым етіңіз, адамлар, ярдым етіңіз. Кет, болмай. Шейтанир-раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Эльхамдулиллахи раббиль алямин, ар-рахманир-рахим, малик йаумиддин, ияке нахбуду ва ияке нестаин. Ихдинас-сиратал-мустакым, сиратал-лазина анъамта алейхим, гайриль-магдуби алейхим валид-даллин. Амин. Амин. Айда, балалар, котериңиз. Ой, Аллах. Вдохни, пожалуйста. Ну, вдохни, ну, постарайся. Ну, пожалуйста. Давай, 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 давай. Милый, 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 милый. Алла рахмет эйлесін дегенлерге, Ақталя рахмет эйлесін. Алла рахмет эйлесін дегенлерге, Ақталя рахмет пе мағфірет эйлесін. Алла рахмет эйлесін дегенлерге, Ақталя рахмет эйлесін. Алла рахмет эйлесін.
месяц я барахтался между жизнью и смертью. Месяц она не отходила от меня. Она поила меня с ложки. Меняла подо мной грязные простыни. Доктор от меня разила, как от пса. Она раздевалась и ложилась рядом, чтобы согреть меня, когда меня колотило озноб. Простите, доктор, я сам ненавижу слезливых мужиков. Но когда кто-то там, наверху, будет ее судить, одно это перевесит все ее грехи. Здоровьем меня Бог не обидел. Я стал поправляться. Только тогда она уехала. Надо было найти кого-то в компанию. Она сказала: «Двое — это не банда, это семья». Банда кетер. Совсем заверили. Наши фотографии на каждом углу висят. Женишок-то за меня премию объявил. Я, оказывается, еще дороже стою, чем думала. Лучше бы сразу мне эти деньги отдал и расстались бы по-человечески. Слушай, что такое было? Я же в городе была, одного человека искала. А там мотогонки. Ты представляешь, там мотогонки были, весь город собрался. Я сама один круг за рулем проехала, ты представляешь? Ты любишь мотоциклы? Дурак, ты ничего не понимаешь. Такая мощь чудовищная. Он еще с места не тронулся, весь под тобой трясется. Чуть-чуть ручку тронешь, он просто прыгает с места. Тормозов коснешься, тебя как клещами на лету хватает. На вираже сползаешь совсем, коленями только держишься, чтобы тебя не вынесло. Я напрямую до 150 разогналась. Он мне больше не разрешил. Кто? Да, парень там один, мальчишка лет 20. Я нашла там людей, просто присматриваюсь пока. Слушай, давай уедем. У нас с тобой чертова куча денег. Нам никто не нужен. Мы с тобой купим документы, квартиру. Купим огород и маленький трактор. Я буду солить капусту на зиму, а долгими зимними вечерами мы будем сидеть счастливые, как два голубка, перед телевизором. Через месяц я начну тебя ненавидеть, а на второй я убегу. Мне пора. Тебе нельзя, у тебя шубы разойдутся. Я не понимаю, есть у меня жена или нет? Ну, есть, конечно, но она очень торопится. У нее важная встреча. Так бывает, милый. Не надо.
не знал, где ее искать. Вся милиция от побережья до побережья искала ее целый год со своими сыщиками, стукачами, портретами в новостях. А что я мог сделать один? Но я знал одно место, доктор, куда она должна была прийти рано или поздно. Мы хранили там свой спасательный круг, ту долю, которую откладывали каждый раз на черный день. Я готов был ждать ее хоть год, хоть 10 лет. Она появилась уже через неделю. Здравствуй. Где же твой гонщик? Понятия не имею. Мотает, наверное, круги на своей керосинке. Что ж так? Не сложилось. Избалованный мальчишка. Он, наверное, решил, что я теперь буду запасным колесом. При нем. Я любила тебя больше, милый. И, наверное, дольше всех. Послушай, я все забуду. Никогда ни о чем не буду тебя спрашивать. Только пообещай мне, давай уедем. Сядем в машину, уедем. А почему? Почему нет? Я больше не люблю тебя. Я не буду с тобой жить ни здесь, ни где-нибудь еще. Что? Что я сделал не так? Я все бросил. В жизни мне ничего нет, кроме тебя. Скажи, что мне сделать? Может, я смогу что-то изменить? Ты не виноват, милый. Я виноват. Просто я не знаю, почему это так происходит. Я не могу себе приказать «люби его и никого больше». Хорошо. Хорошо, давай оставим все как есть. Только давай быть вместе. Может быть, когда-нибудь. Я не буду с тобой. Никогда. Ты хороший друг. Наверное, лучший из тех, кто у меня был. Но ты будешь убивать каждого, кто хоть мимоходом будет ко мне прикасаться. Тогда легче убить тебя. Меня ждет машина вон там. Я отпущу ее. Милый! Таксист не виноват. Он просто хотел заработать денег. Я не знаю ни одной молитвы. Я просто просил кого-то там, наверху, чтобы она исчезла. Она могла сесть в мою машину. Ключ был в замке. Могла взять деньги и убежать. Даже не убежать, а уйти, не торопясь. Тогда я снова искал бы ее, ждал и мучился. И жизнь была бы полна смысла. Она не двинулась с места. Послушайте, послушайте. На следствии вы не показали, что вы убили ее. Зачем? Это касается только меня, ее и больше никого. Вряд ли она бы хотела, чтобы ваши трупорезы ворочали ее голову на столе в резиновых перчатках. Послушайте, в вашем положении еще одно убийство из-за ревности в состоянии аффекта ничего не меняет. Я, конечно, могу добиваться, чтобы вам дали 20 лет вместо пожизненного заключения. Да успокойтесь вы, доктор. Какая разница? Поймите же, что можно прожить жизнь за 80 лет, за 100, а можно прожить за год. Все без малейшего остатка. Смотрите. Я его подобрал тогда на табачной фабрике. Я вот
Часто думаю, почему это случилось именно со мной. Ведь я обычный человек, самый обычный. И вот что я понял. У каждого из нас, у меня, у вас, у кого-то другого, есть одна единственная женщина. У каждого своя. Может быть, вы ее никогда не увидите, потому что она живет на другом конце земли. Может, встретите прямо сейчас, когда вы идете отсюда. Может, она живет на соседней улице, за углом. И вот тогда, доктор, я вам этого не желаю. Вы, наверное, хороший человек, доктор. Я вам искренне этого не желаю. Что ты решила? Я уже все сказала. Ты мне не чужой человек. Я не хочу тебя врать. Ты мог бы сделать это гораздо раньше, еще там, на фабрике. Все было бы гораздо проще. Тебе бы, наверное, дали орден. Я прошу тебя. Все почему-то думают, что сердце здесь. А оно точно посередине. Говоришь о любви, а сам не знаешь, где она живет. Что-то есть. Там, где мы все обязательно встретимся. Не знаю. Никто не знает.